Это достаточно забавно. Малстрой недавно задонатил, подарил, можно сказать, вот этому, как мы там, Васильеву, вот этот вот блогер, без зубы который, подарил ему 4 миллиона на зубы. Мы эту новость с вами читали, соответственно, да, на прошлом стриме. Что Малстрой задонатил Васильеву, знаете, только, ну, это Васильев-то, вот этот вот, который там, соответственно, вот, вот эта морда. Он ему 4 ляма задонатил, я еще тогда хотел сказать, да он же эти 4 ляма потратит на какую-нибудь по-любому, не на зубы. Возможно, я даже такое говорил, я уже точно не помню. Ну и что вы думаете? Он их реально потратил. Чё, просто ему дают деньги на зубы, говорит. Иди чини свои зубы гнилые. Он вместо этого такой, типа, ну, ребят, я это, решил купить автомобиль для российских военных на деньги от Малстроя. Родные, только я залил видеоролик, да, о том, что я хочу помочь военным, сразу начали писать, типа, вот, зубов не будет и так далее. Да нет, зубы будут, просто и пацанам... Да не будет зубов у него, вот вы если... Хочу помочь. Может, один зуб ставит и все. Отправить им несколько автомобилей, которые там, данные автомобили востребованы, которые грязи не боятся, и по другим характеристикам они там нужны. Вот просто тебе сдонатили, чтоб ты зубы свои починил. Он просто начинает такой, типа, да я сам решу, на что мне их тратить. А ты вообще тогда просил деньги на зубы, не просил бы тогда, сказал бы сразу, на что ты будешь тратить. Тебе дают на одно, ты начинаешь тратить на другое, это вообще ненормально. Вот, ну пацанам я хочу помочь, пацанам. Это задумка не с первого дня, то есть да, сегодня я так решил, я до этого говорил, те, кто меня давно смотрят, те знают об этом. Ну там продолжение снял вот. Уже? Вот. А зубы я тоже сделаю, потому что, ну это просто с некоторых зубов уже кровь идет, потому что там уже, ну уже дальше. Я знаю, что может быть. Зубы я обязательно сделаю. Просто и пацанам я тоже хочу помочь. Так, говорят, продолжение какое-то там вышло. Сейчас, подождите. Так, зубы, значит. Так, где? А, вот. А ты оно, что ли? Родные, все вы знаете, что мне совсем недавно прилетела монета. И часть из этих денег я хочу потратить на блог. Хесус, здорово. Короче, относительно твоего сабчата очень требуется, чтобы была введена хоть какая-то администрация, которые доверенные лица либо тебе, либо Скифу, чтобы контролировать флут стикеров и гифок, и видео, и фоток, если назад вводить гифки, видео, и фотки, и стикеры, а также, чтобы банить, которые высираются и оскорбляют других людей. Потому что анархия все-таки есть, и это классно. Но когда она переваливает за разумные рамки, это такое себе. Понял. Уже давным-давно есть беспроводные мыши с зарядным ковриком. А ты как, дед, на батарейках все? Зарядный коврик? Я только сейчас узнал, что вообще такое существует. Спасибо за 120 рублей, спасибо. Хочу взять две машины, да, пацанам на передовую, которые... Сейчас будет каждый день об этом, видимо. Как бидло говорит. Кстати, ты получаешь что-то с битцов? Конечно, получаю. Деньги. Ну, что за вопрос? Спасибо, Никита, за 100 битцов. Эти машины, они будут там нужны. И эти машины, их качество, они там востребованы. Вот, Это вот эта машина? Она вообще как бы на ходу? Ладно. Не, окей, тогда. Я думал, сейчас купит броневик какой-то там огромный. Ой, сейчас фронт прорвут на этой машине, а тут-то так-то ладно. Машина выглядит примерно как его зубы. На эти две машины. Нива и буханка. Хотя, может, такие машины, они мощные, я просто не шарю. Ты, может, они с виду такие, да? А на самом-то деле там вообще такое. Ой, балдёж. Сейчас буханочку покажу. Ух ты. Не, ну... Там сетка маскировочная. Знаете, как бы на войне не то, чтобы то стоит есть, ну, обращать внимание на такие вот... Ну, он их купил за 1050, наверное. То есть их стоимость, ну, не больше 50 тысяч рублей, наверное.
FPV-дрончик схавает эти буханки. 1200? В смысле, за обе или за одну? Привет, лысая женщина. Да начу тебе на мозг, чтобы ты понял, что пацаны имели в виду, что ты не тот путь выбрал по жизни. Что ваш... букадавр смотреть. Ты неудачник и попуск собака. Я ЛГБТ пропагандирую? Ой, одобряю. Чего, где? Когда? Не понял. Ага. Не, я... меня... Слушай, я, как мне кажется, выбрал лучшую жизнь. Главное, что не вот эту, которую я сейчас вижу на экране. Типа, серьезно. Ладно. Нет. Этот донат очень забавный, особенно на фоне этого видоса. Спасибо за 120 рублей, Дмитрий. Нива 400 тысяч? Ладно. А буханка сколько? Просто какой-то. Здесь он себя просто так гордо ощущает, таким крутым, знаете, прям. Привет, Ваня. Здорово. Ты что сделаешь? По головам такой небольшой. Мне кажется, они кринж ловят. У тебя две машины. Ниву и Муха. Господи. Я думаю, они будут полезны вам. Где-то в чем-то пригодятся. Машины такие, которые, да, и грязи не боятся, там, и все такое. Вручить документы от них. Нет, одну и второй. Масси для буханки. Ну, в общем, такое. Чтобы ну, от себя эти... тоже можем выразить благодарность в качестве такой помощи. Нет. Да, действительно, они нам пригодятся, помогут в нашей нелегкой службе, так сказать. Поэтому что, будем пользоваться, надеюсь, не подведут. Спасибо от всего подразделения нашего. Спасибо. Спасибо. Ой, ну бывает чё. Мы школа Logitech G Pro, коврик не Logitech G Pro Plus. Да, реально. В 200-250 баксов, зато забудешь про батарейки и подзарядку. Хорошо, я посмотрю, если не забуду, конечно. Лучше предложку мне скинь, варианты. А то забуду реально. А где Царицына? Это Царицына уже. Спасибо большое за переподписки, спасибо. Нет. Фух. Ну ладно, думаю, может быть, все-таки зубы сделает. Машина вроде дешевая. Посмотрим, короче говоря. Но я все-таки делаю ставку на то, что он зубы не сделает. Вот, чисто откупился дешевыми машинами, которые, я не знаю, там через километр развалится за, там, не знаю, 400 тысяч, да, максимум. И все, а деньги зачем куда пойдут? Ну, может быть, посмотрим, короче говоря. Они скорее сами перепродадут этот мусор. Я не знаю, что там они будут делать с этими машинами. Ну да ладно. Окей. Мне больше интересно, о чем Элстрой думает-то по этому поводу? Ну, типа, он как бы одобряет подобное, нет? Ну, типа, Элстрой вообще как? Как вообще? Нормально ему или ненормально?